Всем привет и добро пожаловать на тест-драйв нового Cherry Tiggo 7 Pro Max от официального дилера ANT. Когда я готовился к тест-драйву, наткнулся на одну очень интересную информацию. Знаете, какая машина среди китайских авто стала самой популярной у нас? Да, это Cherry Tiggo 7 Pro. А сегодня мы будем знакомиться с его модернизированной версией. Обновленный кроссовер к своему имени получил дополнительную приставку и теперь называется Cherry Tiggo 7 Pro Max. И что же изменилось? Изменений немного, но они есть, потому что прошлая модель 7 Pro была весьма бодрой. Что касается 7 Pro Max, то первое, что бросается в глаза, это обновленный рисунок радиаторной решетки, подкорректированный бампер и новые противотуманки. И, кстати, добавилось очень много хромированных деталей. Появилась функция автоматического переключения с ближнего на дальний. Спойлер, сзади стал крупнее. Самое заметное изменение — вместо эмблемы Cherry теперь буквы и, внимание, соединенные светящиеся планкой фонари. Такое решение все чаще можно увидеть на новых машинах, потому что это делает авто более заметной для окружающих машин, а значит, повышает безопасность. И теперь самое вкусное. Многие автоэксперты в приятном шоке от того, как обновился салон 7 Pro Max. Ну и в салоне первое, наверное, на что мы обратим внимание, это экран 12 дюймов, яркий, и он очень простой в управлении. Здесь экран поделен также на две части, да, правая — это мультимедиа, навигатор, видео, картинки и все такое, можно даже подключиться к телефону. Ну а здесь такая техническая панель, да, скорость, сколько осталось до заправки, трассы, подсказки, в общем, все, что нужно нам в дороге. Еще одно изменение в салоне, которое заметили многие автоэксперты и его, кстати, отмечают, это вот данная панель. В прошлой модели мы помним, что у нас телефон лежал здесь и заряжался, подстаканники были здесь. Сейчас же в 7 Pro Max все совершенно наоборот. Многие люди, видимо, жаловались, да, что неудобно, что подстаканники здесь, и за ними надо вот как-то тянуться. Поэтому китайцы вновь услышали народ, сделали все для народа и переместили подстаканники сюда. Теперь вот удобно, там кофе, чай, все комфортно. Телефон лежит, спокойно заряжается, да. Многие скажут, а как же смотреть навигатор и все такое. Можно спокойно подключиться к экрану, и навигатор будет здесь на экране. Ну, либо на крайний случай спокойно телефон сюда поставил, он стоит, все видно. Но за рулем все внимание только на дорогу, полная концентрация только на дорогу. Изменилась и сама панель, а точнее ее цвет. Не марка, красота в простоте, поэтому это выигрышный вариант. Цвет такой, что даже если и поцарапаешь, то видно не будет. Это очень верное решение. Обратим внимание и на панели. Здесь везде мягкий пластик, а вот здесь сверху это эко-кожа. Согласитесь, выглядит прям дорого-богато. Под капотом все так, как любит настоящий перфекционист. Все ровно и ничего лишнего. Семерка снабжается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил. Средний расход топлива около 10 литров на 100 километров. 7 Pro Max, переднеприводный кроссовер. Здесь есть камеры кругового обзора, датчики приближения авто, шумоизоляция стала еще лучше, и также улучшена и подвеска. Она очень четко фильтрует все неровности наших дорог. Ну и, наверное, приятная плюшка, да, последних топ-моделей — это голосовой помощник. Давайте проверим, что он из себя представляет. Здравствуйте, что я могу для вас сделать? Включи, пожалуйста, радио. Включаю сейчас радио для вас. В лесу попробуем, как себя машина ведет. Так, ну а сейчас, наверное, самый такой опасный участок. Лужа, еще куски льда. Давай посмотрим, как она себя поведет. О, провалились. Едет, едет, передний привод вывозит. В лесу, ух. Нормально, машинка тянет.
Отметим и вместительный багажник. Между прочим, 475 литров. Классная отделка. Здесь же располагается и полноразмерная запаска. Для семейного пользования самый топ. Съездил в магазин, понакупил продуктов, куча пакетов, загрузил в багажник, а там все равно много места. Приобрести Chery Tiggo 7 Pro Max можно прямо сейчас. Для вас максимально выгодные условия. Скидка 375 тысяч рублей. А стоимость 7 Pro Max от 2 554 тысяч рублей. С учетом скидок по трейд-ин и кредитным программам Chery Легко. Более 25 автомобилей в наличии. Встречайте весну на новом автомобиле Chery от автоцентра АНТ.